меня сейчас стоит перед глазами эта картина. И ваш сын действительно герой. И я вас прошу, чтобы вы понимали, что он отдал самое ценное, что у него было, свою жизнь. И он отдал ее не только за свободу в Украине. Он отдал ее за то, чтобы была демократия, чтобы была свобода и во всей Европе, и во всем мире. Потому что если не будет таких людей, как Михаил Михайлович, как Миша, то тогда вообще ничего не будет. Специально для таких людей, как Миша. Мной как президент. После большого общественного обсуждения. Украинский парламент учредил специальную награду. Это орден Героев Небесной Сотни. И это высшая награда, которая обладает соответствующим статусом. Хочу вас предупредить, что получение этой награды не означает, что мы не прекращаем работу по тому, чтобы сделать Мишу героем Украины. Но это то, что сегодня я могу сделать. Он настоящий герой. Это большая честь для меня, как для президента. И от имени всего украинского народа я благодарю вас за подвиг. Спасибо. Для нас это тоже честь. Спасибо. Прошу вас. Я искренне желаю, чтобы вот Миша с небес, вот как ангел, защищал и вашу семью, и нашу страну от всех неприятностей.